«Локомотив» против чемпиона Малайзии футбольного клуба «Джохор Дарул Такзим». Все готово. У нас начало этой встречи. У «Локомотива» традиционно зеленые-красные цвета. Вглядывается туда, в центр штрафной, где партнеры. И первый удар по воротам. Опасный в ближний угол. Не без труда, но Сайхан Хазми все-таки свою команду выручает. Но надо набрать форму. Приболел он. Не сразу стал играть в контрольных встречах. Поберегли его немного тренера «Локомотива». Но сейчас он играет в старте так же, как и в прошлом матче против Сочи. Чуть-чуть разминается в этом игровом эпизоде Илья Лантратов. Так даже пришлось на бочок левый прилечь. Вот этот эпизод. Бергсон все-таки находит возможность для удара. Надо вновь «Локомотиву» проявлять активность в атаках. Хорошая передача. Комано врывается в штрафную и сразу же бьет. Удар у него не получился. Я бы здесь прежде всего отметил передачу. Передачу со своей половины поля. И справа заряжает. Удар по воротам. Но удар примерно такой же, какой совершил минуты ранее его партнер Хуан Мунис. Ваня, лево! Быстро! Хороший перевод на правый фланг. Это опасно. И удар слева надо носить. Нет, на правую перекладывают мяч. Затем удар, небольшой рикошет. В порядке Илья Лантратов. И вот сейчас мы как раз увидим. Перекладывал мяч с одной ноги на другую. Вот здесь уже можно было носить удар. Затем ложный замах. Субъективная точка зрения, я ее не навязываю. Далеко не выдающийся футбол «Локомотив» показал в первые 45 минут. Но если кого-то выделять, я для себя отметил Щетинина. Момент, удар, мяч не влетает в ворота, но удар наносился уже после свистка. Был фол. Все равно молодец Худяков, выскочил навстречу. И не позволил сопернику закатить мяч в его ворота. И в атаке. Сине-красные неплохо комбинируют. Очень опасный момент. Здорово было сыграно в стеночку. И удар в дальний угол. Но Антон то же самое делает в «Локомотиве». Если вспоминать предыдущие контрольные матчи. Миранчук пытался скинуть мяч в штрафную в направлении Баринова. Пас не прошел. Контровыпад со стороны Джохора. Прорыв через центр. Ошибка. Момент. Очень опасный удар. И... так, мяч все-таки оказался в воротах. Там, видимо, какие-то проблемы с сеткой. И затем он вышел за пределы поля, но это гол. Как же так? Тут Тикнезян. Да, он пытался страховать. Здесь рядышком еще один крайний защитник оказался вместо центральных, которые застряли на чужой половине поля. Они подключались во время стандарта. Так, мяч перехватили. Перехватили и провели какую хорошую атаку с ударом футболиста Джохора. Работает. Игра не удалась сегодня железнодорожникам. Надо вещи своими именами называть. Но ничего страшного, да, проиграли. Проиграли чемпиону Малайзии, Джохору 0-1. Единственный мяч на 55-й минуте забил Ариф Айман. Это контрольная игра, пусть отрицательный результат, но это дополнительная пища для размышлений.